Светлана, ну тебя чуть-чуть немножко отпустила, а то ты пришла вся такая загруженная. Лен, не то что загруженная, перегруженная, реально. Леночка, отпустила. И тебе, в общем-то, за это спасибо. Ты сегодня мой психотерапевт. Очень тяжелый был прием, очень тяжелый случай. Там и парень, и мама, когда ты... Ну, выкладываешься на 200%, а не на 100%, и понимаешь, что от людей нет вообще никаких движений навстречу. Правда, это действительно тяжело. А еще ж начинаешь прогнозировать. Я ж понимаю, что с ним происходит. Они не хотят понимать. От слова совсем. То есть идет полнейшее отрицание. Ну, в конце концов, как сказала, да, ваш выбор, ваша ответственность.